У меня есть гнимая только. Там Карина орёт. Оля! Смотрите, какой же Нелли этот роллер. Из розового кварца. Да. И еще этот Гоша. Карина. Всем привет! Мы приехали в Астану. Ничего не даешь мне сказать! Мы приехали в Астану. Я выгляжу ужасно. Что с моими волосами? Зачем то же самое, что я? Потому что это мой влог. Она обрежет. Это наш влог. Смотрите, мы в Астане уже. Рахат, иди. Рахат, все, перекрыл нафиг. Мы в Астане. Че я короткую купку не одела, мама, блин. Подпишись на меня в Инстаграм. Ольга, о. Жужу, о. И принесет мой чемодан. Наш отель. Хотел. Мы заехали в отель. Мы живем все на одном этаже. Мы на самом высоком. Верхнем этаже. На 11-м. Мы первый раз живем рядом. Надо сдавать карточку. Вы знаете, как Камил туда открывал дверь? А она такая, а куда ты? Куда же? Делаем обзор. Обзор. Вау! Моя кровать около... Они очень твердые. Ребят, красота столько-то. Контент. Вы тоже с нам поперлись? Да. Тур, мы живем на 11 этаже в 01 номере. Моема. Короче, вот так вот мы заходим, да. Вот так вот. Такая вот зеркало, тут у нас такое зеркало. Такое вот, да, тут куртка Жанели. Какая-то, ладно. Тут у нас такая мусорка, такая мусорка. Тут какая-то тубочка, тут мы заходим, у нас тут туалет. Почему свет включен? Такой туалет. Такой туалет. Вот. Тут такой шкаф. Тут стол. Тут окно, вот это моя кровать, это Жанелина кровать, там чемодан. Ага. И вот такой телевизор, и вот такое окно панорамное. Такое вот окошечко. Девочки мои, Мали меня закрывает. Да можно я скажу, девочки? И, короче, сейчас мы идем на обед. И мы заказали еще это один, но он что-то его так и не привел. Подождите, вы же не накрашены, это наше. Да, это вообще такой кринж. Смотрите, мы парные, смотри с ней. Да все, давайте. А они с это парные. А чем мне второй? Я вот так красиво. Жанель, мы на первом. На второй. Нам... На второй, да. Че? Заказ приедет только через 24 минуты. Мы к тому времени уже поедим. Да? Сейчас я могу. Это мой коктейльчик. Со льдом. Я хотела такой заказать. Ладно, давайте, идите быстрее, делайте свои двери. Тихо. Берите пакет. Мы заказали латте большой. У меня что-то голубика и клубничная боба. А у Жанели, кажется... Жанели, у тебя какой? Клубничный сарай, что ли? Клубника и Олю. Это тоже очень вкусно. Она там себе хвост собирает, недовольная такая. Да, я согласна, что недовольна. Я буду так снимать фотографию. Да, я так вот так взять. Что это торчит? Можно задать вопрос? Перекус таксиста чек. Это, короче, такая протеиновая штучка с шоколадным фонтаном. Короче, мы уже все собрались, накрасились, оделись и спускаемся вниз. Я не помню, говорила, нет, мы живем на 11 этаже. Это просто трэш. Мне так нравится мой макияж. Вот именно мы сегодня всегда хорошо накрасили. Идем в Жастар. Это улица, на которой ты живешь? Да. Сети, это мой дом, видите? Привет! Это наш новый влог. Мы уже пришли и повторили танец. Камила, вот как милые. Подписывайтесь. Подписывайтесь на
Hold on. Это моя подруга. Это мой? Да? Моля так орала. Моля так орала в номере. Ужас. Я здесь из своей мангажопой позвонил в новую фуру. И что? Люблю. И что? И что? Это блог, я вот такой чушман. Это Флэш! Тут видит опять что-то своими глазами, мутит. Сколько времени? Украли его. Уже 8:51, нам надо идти в этот. Наша карточка, мы живем на 11 этаже, в самом первом номере. Вот, мы уже опаздываем на завтрак. Как минимум на одну минуту. Финал это первый, во-вторых, у нас потрачено много денег на поездку, третий. Поэтому обида залита в груди. Да, видите, грудь, и она там забита обидой, понимаете? Жалко, очень сильные деньги, труд, время, все жалко. Всем пока. Хочу. Нам привезли еду. Еду привезли нам. Starbucks. Что, упаковочка? Ладно. Это unpacking. Я свою буду открывать. Подожди, тогда сначала мое, потом твое, чтобы на видео все было там. Итак, вау! У нас два литочка. Они должны быть одинаковые. Так там это, подставка вместе можно будет выложить. Сюда поставим, блин. Ой, Юшкин. Да ладно. Да. Этот пакет я ставлю себе на память. Кабира, коробка. Сколько там? С миндалем. Вкусняшка моя. Это сырники. Мои сырнички. Я так люблю сырники. Чек. Это лучшая еда. Знаете, на сколько мы поели? На 8600. Это вообще трэш. Это завтрак. Нужно. Только завтрак. 8000. Какой он больный. Он как моя рука. Много. Ладно, дай наемся. А, приборы есть. Слава богу. Это на сколько людей? Видимо, он думает, что нас тут очень много. Все приборы. Все. Всем пока.
Вот такой вот сегодня у нас look of the day. Вот такая вот Джанеля. И мы едем в Мегу. Да, мы едем в Мегу. Время уже три, все уже там три часа сидят, а мы только выезжаем. Еще даже не выезжаем, мы сейчас идем к Оле. А потом... Часа, выезжаем. Да, выезжаем. Ой. Приехали в Мегу! Чтобы меня было слышно. Это я еще не ору, да? А вы больше красивые. Ого, ого, ниже поджоги. Ниже поджоги. Я уже купила Саре себе вещь. И мы идем в золотое яблочко. Моя любимая золотая яблочко. Мы пришли в H&M. Тут Оля смотрит себе. Ну что, у меня болит живот. Кстати, мы одинаково одеты почти. Вот, короче, у меня очень сильно болит живот. Я вот прям сейчас сдохну. А еще в золотом яблоке нету Кика. Я себе ничего не купила. Это просто трэш. А еще там скидка почти 50%. Прикинь, было там 30 тысяч. А я заплатила всего лишь 18, представляешь? Такое в H&M большая примерочная есть. Ой. Мы вышли из H&M. Сейчас пойдем в какую-нибудь бешку, Стрейдвариус. Нажалась, Соля, это вообще капец, у меня прям слезы. Мы, короче, выходим из этой, из примерочной, и вещи там уже есть, которые не подошли отдать. А, да, и она говорит, а где мы? Да, у меня мы пошли в бешку. Да. Мне кажется, надо больше. Там только L. Да. Не больше, зачем тебе больше? Время уже 7. Мы едем домой. Да пипец, и со мной из этого дебилка курьера, блин. А у меня куча пакетов, и мне очень сложно идти. Я одеваюсь, а Моля без пакета. Ну ничего, завтра купит. Еще у нас завтра еще Санкт-Петербург, поэтому... Ну это у меня покупок, девочки мои, да? Эти уходят. Смотрите, какая красивая кафешка. Мы там даже не поели! Они не захотели ехать на Hyundai Elantra серой. Это как вы... Мы приехали в отель. Не знаю, почему я... Да боже, ты запалила. Мы перезаказывали такси. Пять раз. Короче, они из минимума ходили 5 раз. И, короче, что-то жена заказала такси. И, короче, нас 5 человек. В Астане 5 человек нельзя, чтобы ехали. Быстрее, 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 быстрее. Ой, я отключаю. Вот и, короче, жена Лев так заказала такси. Которая заказала на такси 1100. Она открывает дверь в машине. А там каких-то. А потом, короче, вот Оля хотела на них уже накричать. И потом, оказывается, я заказала такси вместе, короче, попутчик. Я еще говорю, я такая умная, ты что, нашла такси? И Оля такая, такой плюс ты умная. И в итоге мы заехали в пятером за 2000. Да. Вон Олга-Олга. Олга-Олга, не знаю, Олга-Олга. 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 Ну скажи свой ник еще раз. Раз, два, три. Заказали роллы. Быстрее жрём. Поцелуй гейши где? Вот эти. Вот эти? Мы заказали пиццу. С мальчикой. Одна красотка и... И одна красотка. Вопрос, а шериф до 7 будет одновременно посыпаться? Может, да, я пошла сделать. Я просто в эту сторону говорила. А теперь она не так делает. Да, в позе я могу сейчас. Ой, я прибавила. Так, мы будем голосовать? Мне кажется, надо за кого-нибудь. Понять не могу. Акпакинг, я смотрю, что купила Камила Принцесс. Нет, я говорю, я одна ее позову. Я одна кисточку за 5 с чем-то тысяч для румян. Северка, это из ТикТока, капли, которые... И ты же, например, Ольга...
Ты что потом? Вчера. Это какие-то вот эти стиктоки вот эти вот? Эй, Оля, я потом тут вставлять буду, а мы тут стремся. Потому что, да подожди. Пусть они знают твою нутро. И меня слушали только Рахат с Полиной. Ну я потом уберу. А Амина свои 5 копеек, да, вставляла? Она, короче... Сколько она стоила? Ну вот! Хочу что-то рассказать. А ну все, протекло у себя. Короче, она заканчивает, Амина на них, наверное, угорает, короче. Я не знаю, мне поцеловаться. Они мне сценку показывают. Он лицо хотел поцеловать. Она что-то делает? Я так лицо убираю. И такая, все, давай. Я отлично сегодня. Сила до утра. Но меня сейчас нет. Я сняла тебя, ты сидела. Я очень надеюсь, я успею. Накрашенные и накрашенные. Короче говоря, мы вышли с обеда, поднимаемся, то сначала, то вниз, то наверх, вниз, то наверх. Заходим в нашу комнату, мы на 11 этаж живем. У нас карточка, где она? Мы 11 этаж вверх проехали просто так. 10, 9. Да, потому что у нас там этажи были. Мне это жестко бесит. Узнаю больше. Что? Быстро сделали полетели? Угу. Вот такой вот сегодня look of the day. Это мой новый жакет, который я вчера купила, кожаные штаны и моя сумочка. И сейчас надо запрос, а меня показать? Уже наверное, такая новая кофта и кожаные штаны. В общем-то, мы уже пришли в Ханшатыр. Я сейчас беру вот это мороженое и вот это. И мороженое. У меня киви Буэна, а у нее малина Буэна, а у нее... Шоколад Пиори. Вот. Прям капец на киви вот это похоже. Ну, тогда малина тоже будет на шоколад. В общем-то, мы гуляем по Ханшатыру. Я купила себе кое-что в Бьютимании. Магаз после того, как приехали с Ханшатыра. Наши любимые йогурты. С Ханшатыра. И, короче, купили такой йогурт. Так. И будем есть его вилкой.
Лиза, ты рассказала, что с ней сфоткались? А, короче, мы стояли что-то в Хан-Шатыре. Сначала про себя расскажи. Ну, что-то я подошла к сцене, куда-то уходила, и ко мне подходит девочка и говорит: «Камила, можно сфоткаться?» Я была в шоке. И такое ощущение, что она танцевала с этими, которые афро в белых костюмах же были. А, не знаю. Ну, мне так показалось, я не знаю. Нет, потому что у нее были косички, а у тех, которые танцевали афро, у них были кудри. Ну, не знаю, ну, мне почему-то так показалось, вот. И со мной сфоткались. Вот, а ко мне? Я, короче, стою одна вообще бедная. И этот... Что-то стою, она так что-то делает, какая-то девочка. Я подумала, что это Камила. А я так смотрю, это маленькая девочка просто, она вот такая вот маленькая, но она очень красивая. Мне нравится ее внешность, понравилась, она очень красивая. Вот, я, правда, на фотке ужасно получилась. Вот, и потом говорит, ты же... Сегодня понедельник. Сегодня последний день в Астане. Я сегодня вообще нормально не спала. Я каждую минуту такое ощущение просыпалась, вот. Помыла голову утром, вообще планировала вечером, но что-то... Было слишком много. Сейчас буду делать масочку. Ощущение, что я заболела, потому что у меня болит горло, заложен нос, болит голова, короче, очень плохо или что-то. Нет. Мы сказали БК. Ты классно называешь его БК. Снимай, снимай. Ты. Непонятно что. Ладно. Это мои ногицы. Ё-моё. Я просила с барбекю, какого фига ей только сыр не добавили. Будем кушать. Да, нам аппетита, да. Ты ещё офиген охот ноги, это чё? Да вы заебались, снимайся со всех сторон. Моя мама и Егорик упадет с тобой в лоб. Что? Я не знаю, ты не тупый. Что ты один ход напел ноги? Чего? Какой ноги? Тысяча тенге. Тысяча тенге на ход ноги? Да ты посмотри, что они делают. Кто? Короче говоря, мы оделись, собрались и идем в Магнум за продуктами. Я надеюсь, меня слышно. Вот. Машина ее не сбила! Что ты такая резвая? Мы идем в Магнум. Пошли в Магнум, встретили Starbucks. Божечки, смотрите, там еще Баханди. Да. Закупаемся продуктами. Вот. Убирают себе агушу они, девочки. Сейчас, я думаю, где такая пустая ручка? Мы сейчас оплачиваем наши покупочки. Вот столько всего взяла Моля. Вот столько всего взяла я. Красиво! Вау! Не так вообще-то. Не так, а как? Спасибо. Ты куда собрался? Вот так, типа. Да ты побычка, вот эта балерина. Нормально, иди. Подожди.